От всего сердца я поздравляю жителей нашего города с таким праздником. Хочу пожелать добра, мира в семьях, благополучия, достатка и напомнить один уже ставший историческим наш местный афоризм. Днепропетровск никогда не был первым городом, но никогда не был и вторым. Об этом нужно помнить и всем работать на благо нашего города.